Вот как вот объяснять людям, что ты до этого забросил? Это что такое было? Я понял, что сегодня ручей без рыбы. Воблер, а соловьев, когда траву пою. У нас нет ружья. У нас только... Ты меня напугал, у меня там, по-моему, хватка была. Я притормозил. А не до трава. Повезло тебе. Будем отплывать тихо. Не бойся, не бойся. Трёха, только не шевелись. Они пьют воду из-под крана. Мы не шевелимся, мы просто плывем, это коряга. Тихо, не крути веслом, ой, палкой не надо. Надо как делать ноги, надо делать ноги. Нафига ты палку перекидывал справа налево? Нужно угрожать животному, иначе животное не пойдет. Тихо, не шевелись, они пока здесь. Умный лосяра, да? Видели лосей? Два штуки. То ли мама с теленочком, то ли папа с мамой, так и не поняли. Ну, здоровые такие. Попили водичку вот здесь, где мы кушаем. Наверное, вкусные. И тихонечко пошли наверх. Да, посмотрели. Мы старались не шуметь, но... Он нас заметил, гад, да, внимательно. Видел. Да. Здоровые, конечно. Нам бы мяса хватило надолго. Да, надолго, да. А еще я поймал маленького шнурка. И после меня Андрюха имел такую возможность отличиться. Там на 2,5 килограмма щука была. Ну, да больше. Больше, больше. Вот здесь она ждет. Мы сейчас отметим маленькую щупочку и... Сейчас мы ее... Тут может случиться всякое разное. Я же этим самым воблером-то подгребаю, блин. Вот сейчас будет ударчик. Чик! Я такой бас, такой воблерочка. Так. Смена панорамы? Да, панорама сменяется, меняется. Где хочешь, можешь стоять. Не надо, чтобы она стояла, надо, чтобы она ловилась. Где та щучка, которая такая пам-бам-бам-бам-бам? Да-да-да. Когда он жрать хочет, у него все пропадает, вся интеллигенция ему. Thank you.
Ты ветер такой уже не летний. Не, ну блин. Летняя рыбалка или как? Глухомань, да, Андрюха? Да. Никто не ездит, и только летают. Заинтересантов, так сказать, очень много, и проблема поэтому так не просто решается. Там, где большие деньги, там всегда сложности с решением. Ну, тем же самым местом. А нас там уже нету. Тихушила. Какие-нибудь акватории для себя рыбаком, для себя рыбакам. Либо просидел, либо прозевал, либо что-то такое. Да, прозевал. Было, было. Вот откуда тянул вдоль берега. Так, конечно, уж вот так вот. Вот так, вот так. Так. Тут глубина была. Что, замыло, что ли? Можно. Там можно. Смотри. Ну, давай попробуем. На, держи. На, попробуем. Да, она отпилена, уронена и все, блин. Причем видно, что пилили-то неправильно. Пилили бы дальше было бы лучше. Не, нам, наверное, не проползти. Но нас же не остановишь такой фигней, правильно? Синяя глина. Его денег проплываем. Блин. Все больше не надо. Не греби, блин. Я тут купил пучки твои. Ну тут видишь, какая каменная грядка. А вот тут, по-моему, и дырка, блин, под нами вот. Ну еще отпиленное что-то. Так сейчас ты дело, блин, вон даже. Из первого запила. Ну вот теперь уже следующий будет уже большие перекаты тенького.
Он за шапочкой там. Сидит, блин, вдоль травочки. Чик. Это была минутная зарисовка. Островок. Островок. Перед Тенькова. Андрюха только что тут все ополоскал. Пока я тут видео снимал. Давай, говорит, Саня, может, тебе повезет. Я думаю, что нет. Нет там никого. Это говорит директор этого водоема. Мы еще раз забросим. Островок, которого на карте нет. Есть островок Ямал, а это супер Ямал. Хорошая шутка. Скоро будет Тенькова. Камушек. Костинка. Костин камень. Кто хочет узнать, почему это Костин камень, смотрите мои предыдущие серии. Можно было бы ответить на ваш вопрос, но я не буду этого делать. Отматывайте назад. В далекие 2006, 2007, 2008 года. За эти 12 лет он зарос мохом, весь этот камень. Предупреждаю, однажды ваш Костик вас удивит. Сейчас мне краску принести. Костин камень. Так, все, не кричим. Это Мишкино место. Я тоже думаю, что нам надо. Раньше только предложи, да? Фига нас так поставило в неловкое положение. Ну давай пройдем, ты говоришь, елка упадет, давай под ней хоть пройдем. Да, да, но скоро все, Сань, ну, не сейчас, ну, скоро пора уже. Ну, вот, черный переход,
как нас крутит и вертит, как хочет. И под елочкой-то мы прошли. Давай, это вытаскивай уже кого-нибудь. Так она должна, но нету ее тут. Пусть живет. Сейчас как бац. Ой, подсак упал. Видал? Берегу. Видишь, как я его услышал? Возьми, греби. Задний ход, да? Он нас ждал. Спасение подсака, блин. Рядового Рейна. Как там, да? Хотел уйти очередной. Хотел. Да. Хотел. Пошли опять эти места попробуем. Может, давление поменялось, мы ж не знаем. Барометра не возим. Побольше тут намотай. Теперь можно не бросать ничего. Йо-хо-хо. Хоть дома так бывает. Ждала. Подумаю. Ждала. Гоу просто пидет. Сидим под Павловской. Народе по Чесоминской. Вон там раньше стояла церковь, часовня, клуб. И наш дом. Да. И наш дом. Долго плыли, долго жал на щучке. Да, только что поймали щуку. Час, если не больше. А вот и птички летят, косяки собираются.
утки, по-моему. Они даже не кричат. Там наша елочка. Всем любимым жанрам здоровья, горячего чая. Всем добра. Всем добра, но без бобров. Бобры нас здесь достали. Миллион. Да. И в оси ходят. Да. Вот это скат. Вот это горка, блин. Прямо тут. Они где-то тут живут. Наши. Это, так это они сожгли полоскую. Бобры. Да. Бобрами все выхожу. Какие рогатки. Надо жить в деревне, чтобы их тут не было. Да может все и обратно и наводится. Не спустимся. Входим в лопату. Лопата. Лопата. Все березы поломаты. Вот это лопата. Питер. Дальше-то хотя бы люди ездят на машинах, может, попугали, блин. Давай, Андрюха, вытащишь или нет? Кого-нибудь напоследок. Мало верит. Нет. Прячется. Очень быстро ты его тащишь. Чуть помедленнее, конь, чуть помедленнее. Лопата, осенняя лопата. Отдай колбасу, дурак! Вернись, я все прощу!